Владимир Матросов родился в 1923 году, а в 41-м ушел на фронт. Сначала воевал в Белоруссии под Бобруйском, после участвовал в обороне Москвы и бился за свободу родины под Смоленском. Пропал без вести 9 марта 43-го. С тех пор родственникам так и не удалось найти о нем хоть какую-то информацию. На помощь пришли активисты. Ребята из поискового отряда «Сокол» подняли архивные документы, в которых находилась полная информация о боевых подвигах Владимира Максимовича. Он был младшим лейтенантом на момент начала войны 457-го стрелкового полка 242-й стрелковой дивизии. Успел дослужиться до лейтенанта и, соответственно, в этом звании и в должности командира взвода он и погиб на Смоленской земле. Инициатором розыска Владимира Матросова стала его племянница. Она хотела принять участие в акции «Бессмертный полк», но выяснила, что никакой информации о дяде не знает. Благодаря активистам отряда «Сокол» спустя несколько месяцев удалось отыскать документы о Матросове и точную информацию о его последнем дне. Ребята большую работу провели. Но для нас это очень важно, ценно, тем более в такие праздники, в эти дни. Очень дорого. Спасибо огромное. Обратиться за помощью к поисковикам может любой желающий. Для этого необходимо оформить анкету-запрос и принести в штаб Дома офицеров. Позвонить по телефону или заполнить заявку на сайте организации. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.